привет! Вот наконец-то я нашел этих икон фитнес-стиля Джака и Серджио. И вы мне поставили вопросы, попытаюсь задать. Привет, Джако, привет, Серджио. Рад вас видеть здесь. Парни, расскажите, как вы поддерживаете настолько отличную форму, что можете быть здесь, на FIBA, и представлять собственный бренд? Да, мы с Серджио здесь, на FIBA, чтобы делиться идеей эстетики с посетителями выставки. Для нас это ценно, и, в принципе, сама возможность общаться с фанатами на собственном стенде очень важна. Это показывает, сколько людей поддерживает нас. Хочу сказать, что мы стремимся помочь каждому желающему добиться такого же уровня эстетики. Потому что хотим объединить в одну семью всех людей вроде тебя, меня, которые хотят следовать эстетике в форме, стиле, обладать развитыми мышцами, хорошим рельефом и так далее. Поклонники эстетики должны объединяться, об этом мы и говорим на нашем стенде. Хорошо, Серджио, я знаю, что ты выступал в категории Men's Physique в рамках IFBB, и теперь ты сменил федерацию. А нет, на самом деле я возобновлю выступление на турнирах IFBB. Серьезно? Да, точно, и буду соревноваться с тобой на одной сцене. Хорошо. Жака, я видел много фотографий твоей спины, и она у тебя очень развитая, массивная. В чем твой секрет? Думаю, что в плане генетики это одна из моих доминирующих мышечных групп. К тому же я просто люблю тренировать спину и всегда получал удовольствие от ее проработки. Но в большей степени это заслуга генетики, чему я очень рад. Серджио, и схожий вопрос к тебе, как обладателю отлично развитых дельт. В чем твой секрет? Все дело в том, что я уделяю им много внимания в процессе подготовки. В некоторые месяцы я даже делаю на них специализацию. Хорошо, парни, расскажите о своей предсоревновательной диете, о рационе за месяц или за неделю до турнира. Как правило, я достаточно сильно ограничиваю себя. В сутки выходит не больше 2000 калорий. А сколько углеводов в граммах? Около 120 граммов. А у тебя? У меня примерно так же, я применяю углеводное чередование. Есть высокоуглеводные дни, есть отрезки почти без углеводов, но в целом на предсоревновательной диете углеводов достаточно мало. Хорошо, парни, и скажите пару слов своим фанатам в России, потому что у каждого из вас много поклонников в этой стране. К примеру, в популярной социальной сети ВКонтакте, в которой около 50 миллионов пользователей, у каждого из вас есть свое сообщество фанатов, так что, прошу, скажите пару слов своим поклонникам. Что ж, я никогда не был в России, но хотел бы побывать там, встретиться с людьми, которые следят за нами, куда бы мы ни отправились, так что, да, однажды я планирую побывать в России. Спасибо. Да, верно, мы надеемся побывать в вашей стране, мы всегда рады встрече с новыми людьми, особенно которые поддерживают нас. Мы знаем, что бодибилдинг и фитнес в вашей стране на высоком уровне, так что мы готовы приехать к вам. Окей, ребята, ну это тут просто огромная толпа, дай, пожалуйста, вид. Они все ждут, я просто не могу их, ребят, задерживать долго. Спасибо, что вы присылали вопросы, я сейчас с ними сделаю фотографию, и всем спасибо. Дубляж на русский язык от канала Generation of Bodybuilding специально для Дениса Гусева. Подписывайтесь на наши проекты и следите за обновлениями.